Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой поиграем в «Слои страха». Вторая часть. Обычный режим, безопасный режим. Монстры появляются в игре, но не станут преследовать или убивать вас. Монстры могут вас убить, такова первоначально. А тут монстры будут. Я не помню, ребят. Играл я, да, когда-то давно-давно в «Слои страха». А во-вторых, ну, я уже ни хрена, ребят, не помню, что здесь было. Но поиграем еще раз. Вот честно, ничего не помню. Какой-то корабль и какая-то дикая сенса. Управление. Чувствительность чего? Непонятно. Чего чувствительность? А, это контрольная, наверное, да? Вам ничего не меняется. По-моему, ребята, ничего не поменялось. Домик. Мы, как я понимаю, на корабле. Возможно, мы на Титанике. А возможно и нет. Так, это кто? Как жаль. Почти получилось. Не спи. Ты сыграешь свою роль. Ты не будешь спать. Сон — жалкое оправдание. Как и ты. Все приготовления сделаны. Твои игрушки наверху. Время не ждет тебя, даже актеров. Так что не трать наши с тобой минуты. Играй. Я актер? Создание персонажа, собрать воедино воспоминания, грезы и страхи. Подготовиться к главной роли. Надеюсь, все хорошо, не забывай, о чем мы говорили. Сосредоточься на том, что умеешь лучше всего. Ступай в свое особое место. Найди в себе мотивацию, создай персонажа. Поверь, оно того стоит. Я буду тебе писать. Счастливого пути, твой друг и агент. Понятно, мы какой-то актер молодой. Сон. Сюда надо будет что-то ставить. Мы обязательно вставим. Когда-нибудь, куда-нибудь, кому-нибудь. Прикольненько. Прикольненько. Так, подожди. А сверху что? Куда тут? Угу. Тут мои кит-достижения, да, будут? Да, тут что-то ничего нет, никаких ни картин. Глубоко уважаемый путешественник, помещение подготовлено в соответствии с вашими пожеланиями. Пленка была доставлена незадолго до отплытия. Желаем вам удачного путешествия. С уважением, Икарус Транс Атлантик. Икарус Транс Атлантик. Актер. Женская одежда, кстати. Это женская гардеробная. Здесь много женской одежды.
А там снизу дверь еще какая-то была. Однажды наступает пора одному сыграть множество ролей. Он наблюдает за другими, а другие за ним. Он должен соответствовать, с достоинством пройти сквозь несуществующие миры. Он надевает маску и приспосабливается к ним. Каждая маска — отдельный персонаж, каждый персонаж — новый слой. Один слой накладывается на другой, и вместе они зовут его. Он должен создать персонаж, который суждено сыграть. Или окончательно потерять себя. Он погружен в пучину, загнан в угол жизнями, которые не проживал. Но он не сломлен и стоит на сцене, где каждый должен сыграть свою роль. Его роль печальна. Это про нас, да? Мы должны какую-то свою роль сыграть. То есть мы типа актер или недоактер. Я не помню сюжета, ребят. Играл в эту игру один раз, когда она только вышла. Вот. А чё, про чё, куда? Мне сюда? Нет. Мне на выход. А, записочка. Создание персонажа, подготовка. Исследовать, кто я, где я. То есть мы актер. Мы в образе. Глубокоуважаемый путешественник, по распоряжению режиссера, всем пассажирам и членам экипажа воспрещен вход в данный отсек корабля. Желаем вам приятного дня. Икарус Трансатлантик. В данный, да? Запрещено. Ну хорошо, я не против. Я же актер. Я найду чем заняться. Где мои фанатки? О, господи. Как спалось? Там, дал там лицо что-то детское было. Детское страшное лицо. Я аж это дернулся. Я аж испугался. Да. Ага. Редвуд. Красное дерево. Да. Куколка. Слушай, когда будешь там, просто сделай свое дело. Отправляйся на съемки и создай для него персонажа. Лишь это имеет значение. А забрать его нельзя? Просто... Ладно. И будем издеваться над манекеном. Все? Ну все так все. Трансатлантик. О, великолепно. Титаник мне чем-то это напоминает. Не Титаник, тут не три трубы. Титаника три трубы было. И здесь, так говоря, по-моему, тоже три трубы. Напоминает, нет, Титаник. А Титаник плохо закончил. Насколько вы помните, да, ребят? Сохранение. А чё, кстати говоря, по сохранениям таким? Ага, понятно, только контрольные точки. Я понял. Да-да, я знаю, я тебя миллион раз слышал, как ты ненавидишь море. Но уверяю тебя, такое событие пропускать не стоит.
Подожди, вы знаете, по-моему, насколько я знаю, по истории был Титаник, а был еще один корабль, назывался Олимпик. И, по-моему, оба они что-то не очень хорошо закончили. Это, по-моему, да. Это, наверное, намек на Титаник. Ага. Намек, наверное, на Титаник, ребят. Что-то в этом роде. Давай откроем один. Замечательно. Еще нам не хватает, чтобы нас здесь застревали лифты. Плохой корабль. Плохой. Всех пассажиров третьего класса, прошу сюда. На этот раз проверили нижние палубы. Богом клянусь, если опять найдем зайцев, плавать вам больше не придется. Да, это как в Титанике. То есть мы играем на Титанике? Там тоже зайцы были. Ага. А там чё? Меня напрягло то, что вначале при выборе сложности нам выбрали играть с монстрами или без. Я не хочу бегать от монстров. Потому что в основном это заканчивается тем, что ты переигрываешь миллион раз одно и то же. Тут-то какой-то звук нехороший. Верхняя часть страницы оторвана. Этот режиссер первым решил снять свою новую картину на борту океанического лайнера, следующего через Атлантику. Детали сюжета держатся в тайне, однако надежные источники утверждают, что главную роль исполнит какой-то такой-то. Невероятно, это логичный выбор, учитывая блестящую карьеру и множество признанных критиками ролей. Похоже, недавние тревожные слухи о личной жизни этой знаменитости режиссера не смутили. О тревожных слухах. Кстати говоря, мы можем садиться. И можем бегать. Да, значит, здесь будут монстры. Если в игре в хорроре можно бегать, значит, будут монстры. Это всегда так было. От службы безопасности, начальнику службы безопасности. На следующей неделе вступают в силу новые протоколы. Вы несете личную ответственность перед компанией за их осуществление. Все охранники должны быть подготовлены к подобному инструктажу. К подробному. Как вам известно, нежелательные лица уже были замечены на борту этого судна. Мы должны сделать все, чтобы этого не повторилось. Иными словами, проезд без билета недопустим. То есть проникнули зайцы на корабль. Мы еще пытаемся, если ты помнишь, историю составить. У вас тут что-то потекло, товарищ, на вашем великолепном корабле. А от чего ключик? Непонятненько. Пускай работает. То есть, короче говоря, заяц проникнут. Кстати говоря, на Титанике тоже были зайцы. Там Леонардо Ди Каприо был заяц. Из-за него Титаник потонул. Возможно, мы играем за Леонардо Ди Каприо. Кстати. Лично мы с ним не встречались, мало кому это доводилось. Вот откуда взялись все эти слухи.
что он урод, калека, вся эта чушь. Угу. Кто он? Актер? Про актера идет речь. Или про кого? А. Замечательно. Но мы с тобой пойдем вниз. Игра, кстати говоря, если кому-то интересно, она не длинная, часика на 3, наверное. Может, на 2, как не знаю, как пройдем. Может, на 3. Ух, ё-моё, а что здесь с FPS-ом у вас, товарищи разработчики? Не знаю, я азбуку Мороза не знаю. Белый шум. Да, там точка тире, 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 точка, 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 тире, 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 точка, точка. Не знаю. По-моему, что-то поменялось. А. Я сначала сюда зайду, вы не против? Угу. Не знаю, может, какие-то записули будут. О. Нашли, видишь, эту. Спасибо, здесь дверь была вообще-то. Здесь эти юмористы. Дверь мне перекрыли. Дверь мне запили. Грандиозное выступление. Добросовестная актерская игра. Добросовестная актерская игра. Занятие страшное. Нужна невероятная храбрость, чтобы отринуть собственное самосознание и не просто воссоздать персонаж, а стать им. Не каждый обладает таким мужеством. Однако такое встречается. Вчера мне довелось лично наблюдать это явление в театре Majestic. Как известно, моим постоянным читателям слов я на ветер не бросаю, а удовлетворить мой взыскательный вкус непросто. И тем не менее, исполнитель главной роли в той пьесе лишил меня дара речи. Игра такого-то поражала своим бесстрашием и была без преувеличения превосходной. Человек на сцене будто исчез у меня на глазах и уступил место своему персонажу. Ну да, это высший класс актерской игры, конечно. Когда человек актер, он прям становится частью. А можешь зайти? Ну, я так и знал. Становится частью именно чего-то. Хорошо, что здесь происходит сохранение очень часто. Меня это очень радует. А что, и все, здесь ничего нету? Уважаемый путешественник, прошу прощения за такой напор, но когда я узнал, что мы с вами путешествуем на одном корабле, то не смогла устоять перед искушением. Дело в том, что я почитательница вашего таланта. Ваши выступления мне невероятно близки. Я преуменьшу, если скажу, что вы нравитесь мне больше всех актеров. Мне бы хотелось встретиться с вами лично, но если вы удостоите этот клочок бумаги своим автографом, я буду дорожить им как величайшим сокровищем. Навеки ваша самая большая поклонница. Ну, ты можешь прийти ко мне в каюту вечером, и мы с тобой порепетируем. Да, я тебя научу некоторым
некоторым тем и этим, и тебе понравится. А может, нет. Что-то накурено у вас здесь, нет? И сквозит. Ты что, совсем? Репутация у него специфическая. Как только актер не, как только актер не мучает, прежде чем выступит на площадку. Вроде это какой-то новый способ проработки персонажа, а как по мне, претензионная чушь. Смирись. А отказов он не принимает. Ты чё? Иллюминаторы у вас какие-то грязные. Мне кажется, надо их почистить. Ага. Мы оттуда пришли, теперь мы пришли отсюда. Он слегка того, подумаешь. Не мудрено, он ведь режиссер. Что он такое может сделать? Убьет тебя? Ну, может убить, они такие, знаете, эти режиссеры. Почему здесь накурено? Кто курит? Ваза, ты куришь? Не кури, ваза. Это плохо повлияет на... на твой фарфор. Думаю, это все игра. Ключ? Нет. Но обычно в вазах ключи прячут. От службы безопасности Икарус Трансатлантик. Всем сотрудникам, как уже известно большинству из вас, на борту нашего судна будут проходить съемки голливудского кинофильма. Мы высылаем вам подробную информацию о том, на какие палубы закрыт доступ рядовым пассажирам. Главная просьба – актеров и съемочную группу не беспокоить. Понятно, короче говоря. Решили что-то здесь снять. Прямо на корабле. Весь мир театр, но актеры паршиво подобраны. Да, согласен. Такое себе кинцо. Выход есть всегда. Свет во тьме. Выход есть всегда. Свет во тьме. Ты помнишь? Нет. Я пьяный был в тот вечер. У нас с тобой ничего не было. Помнишь, кем тебе довелось быть, пока мир не сказал, кем нужно стать? Помнишь, говорит, кем ты был? А кем я был? Идем. Я помогу тебе вспомнить. У тебя голос не очень приятный, и мне кажется, ты сатана. И ты заберешь мою душу. Так что я к тебе буду относиться очень аккуратно. Многие пытались стать частью моего величайшего творения, словно был какой-то выбор. Лишь один может воплотить эту роль в жизнь. Лишь один может создать персонаж. Лишь один может создать персонаж на собственных руинах. Это режиссер нам записки оставляет. А возможно, это вот кто с нами говорит, это и есть режиссер. I believe in you. Я в тебя верю. Да? А я в себя не очень. Ага, солнышко. С черными глазами. Черные глаза. Черные глаза. Так, ладно.
Клетка. Пароль. Ага. Понятно. Пираты. Ну, это, наверное, фильм, который снимали, да? Проснись, мистер Харди. Надо выбираться из этого, из этой проклятой тюрьмы, пока мы не сгнили заживо. Да. 911. Все понятно. Выбираемся. Ну, пошли. Закрыто. It's locked. Мужчина. Мы правда отправляемся? Лилия, зови меня капитаном Бэйнсом, мистер Харди. Запомни это имя, квартирмейстер. Не то прогуляешься по рее какой-то. Ну, видим, по доске, с которых всех скидывали. Пираты. Пираты жестокие люди были. Это что, фильм? Михалыч сидит с Андрюхой. Андрюх, как тебя дела-то? Алкоголь, смотри, до хорошего не доведет. Ладно. Это развлекайтесь, а я пойду. А, понял. Куда там? Ага. Че не ставится? Ну, четко же. Блин, да четко же. Михалыч, почему я должен это делать? Почему не ты? Что такое-то? Ты что, издеваешься надо мной? Ну вот сюда же надо, а куда еще-то? Да, господи. Наконец-то. Михалыч аж бошку снесло от такой работы сложной. Здрасте. Можно я с вами покручусь? Нельзя. Ага. Ага, какие стрелочки, типа туда и сюда. Это типа сокровища ищем. Пригорел. Пригорел паренек. Господи,
Идиоты! Чё меня... Ты чё пригорелый? Чё меня пугаешь? А тут что-нибудь открылось, пригорелый. О, подожди. Там что-то интересненькое тут. Понял. Понял, возвращаемся чуть назад. Я вернулась, ты малой. Все в округе прочесала. И нашла, где отмечен для нас путь. Путь? Ага, наверняка его оставили другие пираты. Он приведет нас в безопасную гавань. Они очень, короче говоря, это два зайца, которые проникли на корабль, и они здесь играют. Старшая сестра и младший брат. И младшей сестре, она просто фанатка пиратов вот этого всего морского. Вот, и она, в общем, затащила сюда старшего брата. Ой, младшего брата. И они здесь играют. То есть они зайцами здесь едут на, хотел сказать, на паровозе. Трубы у вас по жопе идут. На этом едут. Ты понял, на корабле. Ходят, ходят, корабль ходит, едет. Но мой корабль едет. Вот. Вот такие вот пироги. Какая-то граммофонка. Время описания событий. 22.05, окончание перерыва. 22.30. Последний механик покидает судно по сходням на кормовой палубе. 23.00. Патрулирование береговой линии у судна. 23.27. Патрулирование у зоны погрузки. Видел чей-то силуэт. Маленький. Предположительно ребенок. Попытался догнать, но никого не нашел. Запись обведена красным. 0.00, окончание дозора. То есть они проникли в полночь через зону погрузки. Но обычно так и проникали. Потому что самая такая неохраняемая точка. Здорово. Ты в кого там стреляешь? Стрелок. Вот он, мистер Харди. Самый быстрый корабль в мире, готовый на всех парусах отправиться в край пламени. Я не вижу парусов. Нам нужно попасть на борт. Незаметно. Ну да, и вот они проникли. Замечательно. Закрыто. И слокт. Андрюх, у тебя есть ключи? Нет. Закрыто. Степаныч уже нажрался, как всегда. Рановато что-то. Типа здесь на корабле вот так вот это? Декорации, вся фигня, да? Ну, поплыли, Михалыч. Андрюха, держись. Плывем. Наплыли. А тут? Тут не доплыли. О, господи. У меня сломалась лесенка. Что, мистер Харди, слишком много тут грязных псов. Лили, я хочу домой. Мужайся, квартирмейстер. Твое сердце погрязло в сомнениях или охвачено пылким огнем. Да, девочка немножко уже заигралась. Зачем пушка стрельнула? Она думала меня напугать? Этого не получилось. А что нам надо? Нам ключик надо найти или что?
меня там не открывается. А, ключ. Извините. Но он темненький, не видно как бы, понимаете. Ну что, в Японии? Андрюх, как тебе солнце? Не жжет? Петрович все спит, спит. Все, Андрюх, я пошел. Давай. Скример. Что за цепи? Кто тут? Алло, свистайте их на палубу. Что происходит? Степаныч, вставай. Хорош дрыхнуть. А куда? А. Вот сюда я хожу, хожу слепой, ничего не вижу. Элитная работа по дереву от ФФ и сыновья. Выполненный заказ. Один крепкий деревянный сундук из цельного дуба, окованный железом и дополненный кожаными ремнями и ручками для переноски. Способен вместить взрослого человека. Надеемся, вас удовлетворит результат нашей работы. Включай. Ессон. Есон. Сейчас. Готовься вернуться назад. Я готов. Я всегда готов. А что здесь написано, там Ежсон может быть? Я что, думаю, надо серию закончить? На этом. Да? Давайте серию закончим на этом, а в следующей серии уже увидимся. Тут дальше будем продолжать что-то делать куда-то там. Вот, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.